В Мордовии прошли праздничные мероприятия ко дню сотрудника органов внутренних дел. Одним из них стал автопробег по улицам Саранска. Сначала в торжественной обстановке к стеле памяти сотрудников, которые отдали свою жизнь на службе, возложили цветы. В честь них был дан залп из 3 орудий. Затем состоялся и сам автопробег. Отправной пункт – здание республиканского МВД. Ровно в 10 утра отсюда выехало 10 машин по одной от разных служб министерства. Ровной колонной они проехали по всему городу. Автопробег охватил все районы столицы. Первая остановка у скульптуры защитником правопорядка. Участники возложили к ней цветы. Вторая остановка – улица Коваленко. На аллее памяти тут находится памятный камень. Он посвящен памяти сотрудников, которые погибли при исполнении своего долга. Дань уважения героям отдали полицейские ветераны городского отдела полиции номер 4. После этого автопробег продолжился в Октябрьском районе. Колонна прошла мимо Мордовия-арены, а затем вернулась к зданию республиканского МВД.